Давайте сюда 200 тысяч рублей. 100 пудов, всем нравится, не будет. Что-то тут не то уже, наверное, поставил. Вообще, на все готово, не хайпа. Он слова нет, обрезает и вставляет этот фрагмент. Самиран, это неправильно, так нельзя делать. Знакомьтесь с моим отцом, зададим ему лично вопрос. Он... Если не дай бог, он станет инвалидом, например. Кому он будет нужен? Так, Серег, давай вернемся в момент с детства, к чему ты шел, как у тебя получалось. С детства я мечтал стать, во-первых, спортсменом. Благодаря спорту становиться популярнее, успешным человеком. В школе я постоянно сидел за одной партой, со всеми там, ну, что ли, меня обзывали, короче, жирдяем, все такое, потому что я в натуре был в детстве жирный. Почему я начал спорт заниматься? Чтобы похудеть. Я начал тренироваться, постепенно масса росла, росла, и за год я набрал 50 килограмм. И Инстаграм начал вести, и после, когда начал Инстаграм вести, и много посыпалось у меня предложений. Вот так. Когда и как сформировался твой образ, в котором ты сейчас предстаешь перед публикой? Ну, примерно я начал в 16 лет заниматься спортом, ходить, качаться, и за 2 года я уже вышел вот прямо вот на этот уровень, как сейчас. Просто не было популярности, только я имею в виду форму. Mm-hmm. А популярность набралась вот в течение этого года. Год назад я снял своего Амирана, и после этого понеслось. Да, если бы мы вышли отсюда с камерами, ты так же бы выглядел, как сейчас выглядишь? В натуре я дома просто хожу в футболке, в шортах, как по-домашнему. Все, вот отлично. Все. То есть все эти атрибуты, это все я аксессуары, да, это... Я так понимаю, в юношестве ты комплексовал за счет своей физической формы. А сейчас, смотрю, ты уже так гордишься, или ты еще думаешь, что еще есть куда расти, становиться лучше? Рост – это самое важное в жизни. Никогда нет тут ничему предела. Нужно всегда становиться лучше и лучше. Вот, например, мы начинающие блогеры, мы еще не знаем, каково это столкнуться с настоящим хейтом. Мы читаем там пару отрицательных комментариев и собираем коалицию и обсуждаем, что мы делаем не так. А каково вам, у которых тысячи таких? В директе там Инстаграм просто засыпают, просто хотят увидеть тебя, типа говорят, и убить. Чем ты становишься популярнее, ты просто к этому отрицательно вообще не обращай внимания, потому что ты знаешь, если ты становишься еще более узнаваемым, у каждого человека свое мнение. И ты 100 пудов всем нравится не будешь. Может, кто-то не любит из одного кольца, потому что у меня череп, кто-то не любит, может, из-за моего типа голоса. Кто-то, у кого что мнение свое? Есть люди, которые не обращают внимания, смотрят на человека просто в сердце, на душу. А сейчас на тебя смотрят люди, которые видели тебя только в рамках твоего образа, только на тех проектах, на которых ты участвовал. Как бы ты сам себя описал, чтобы эти люди тебя узнали с другой стороны? Какой я в жизни? Я просто, как ты сказал, я всегда добрый, как видишь сам, отзывчивый, общительный и все остальное. Черепа – это то же самое, вид, не душа. Что ты стараешься быть максимально брутальным, то же самое, что у тебя боязнь типа страшный. В итоге страшность – это только снаружи, ты вид. Вид и душа – это две разные вещи. В плане боя, чему ты отдаешь предпочтение? Вот выйти на голых кулаках или все-таки по правилам ММА? По правилам ММА более безопаснее, так скажу. А вот на голых риск большой. Ты представляешь, попадешь... Нет, у кого-то есть желание прям именно зарубиться, там, да, хочешь крови, ты ее получишь, там, на голых кулаках именно вот это вот мясо устроить. Я бы пошел на голых кулаках, смотря какая будет для меня отдача. Например, к Амирану пойти, я опять хайпануть 30 миллионов просмотров, да, оно того стоит. Если будет 1 000 000 просмотров, ну еще можно подумать, стоит на этих кулаках голых или лучше на перчатках. Ты в основном занимаешься строением своего тела, занимаешься ли ты боевыми единоборствами? Я никогда не занимался единоборствами, никогда, даже вот в школе я не дрался, ни разу не было каких-то перестрелок на улице, чтобы ты хотя бы улич за себя должен постоять же уметь. В школе я ни с кем не общался. Вот, пошел просто в зал подкачаться. Качаться и единоборство, биться. Это две разные вещи. Вот я с этого начал тренироваться, массу набрал, и тут раз меня зовут по пощечинам, как вы знаете, биться. Вот я там хорошенько удар удержал. Почему? Потому что у меня голова здоровая. Если голова здоровая, легко удар одержал. Одержал раз удар, и все. Думаю, нихера себе, он легко держит удар, давай я ему буду вызов кидать. И тут уже сама Бодимания, канал известный, 3 миллиона подписчиков. Бодимания меня зовет, хочешь биться в клетке? Я говорю, ну я же стремлюсь за популярностью, ну что поделаешь, блин, не умею биться, ну попробую, все же бывает первый раз. И тут я пошел биться с Тамаевым. Я с Тамаевым же опыт, понимаешь, во-первых, химию принимает. Меня сразу с ним стоят, говорят, вот давай, спаррингуйся с ним. Я говорю, извините, как я могу спаррингаться, я не умею драться. Давайте просто
поснимаемся. Просто я хочу тоже, вот у человека популярен, давайте обменяемся опытом, все такое. И меня просто заставляют биться. Я говорю, не могу биться, и все. И в итоге, говорю, это все снял, как получилось там просто непонятно, что как я там уворачиваюсь туда, это смешно, саму раз я смотрю, не могу это смотреть, и все. Просто я смотрю, мне хочу просто не знаю, что поделать с этим. И в итоге после этого, вот и чтоб и есть. Все надо мной смеются, много хейта и все остальное. Теперь я все правду говорю в камеру, как и есть, чтобы люди знали. А вот теперь я уже хочу начать готовиться, потому что много больше предложений насчет боев. Вот после вас там еще будут предложения, еще будут предложения. Поэтому что поделаешь, судьба сама меня с этими боями свела. Хоть даже я чувствую, это не мои бои, не мое, потому что не умею нормально драться. Надо готовиться, чтобы уметь. Ну, Серега, не умеешь, когда-то ты был толстым. Да, только да, что когда-то я говорил. Толстым, значит, да. Когда-то ты будешь очень сильным бойцом. Согласен. Серега, если ты к этому будешь стремиться. Вопрос. Ты не хочешь рассказать ту историю, которую ты там сказал без камер? Почему ты проиграл папе? Итак, вы задавали вопрос, почему я проиграл папе, этому бате Денис Вильданов. Вот так это все было. Вот первый раз, как вы видели, выпуск «Ничья с пельменями». Меня зовут подраться. Хорошо, все нормально прошло. Второй выпуск «Каменные лица» мне уже пишет менеджер сам Амирана Сардарова. И он мне говорит, что сейчас вот во втором выпуске ты будешь драться, либо реванш сделаем тебе с пельменем, потому что ничего, либо мы просто тебя поставим как пельмень второго соперника, самого сильного, здорового. Типа ты стоишь, и все, кто хотите, желаешь, давайте с ним позарубайтесь, побьетесь по щам. В итоге хорошо, я стою, сказали, выберем любого желающего. Я стою, готов уже, все. И вызывают желающего Дениса Вильданова весом 250 килограмм. И я понял, вот-вот-вот, что-то тут не то уже, наверное, подстава. И почему сейчас многие надо мной смеются, хейтят, потому что я там сказал, давайте сюда 200 тысяч рублей, там начал себя понторезом ставить, типа я уж самый... Да-да, вызывающий вести себя. Потому что я знал, сейчас что, самый час пик того, хорошо себя как бы... Потому что я знал, меня он сейчас вырубит, потому что весом 250 килограмм. Он на 100 килограмм больше, чем меня, я 150. Я знал, что он меня вырубит, поэтому почему бы не хайпануть. Если ты хайпуешь, как больше всего, когда тебя осуждают больше люди. У тебя на столе лежит Библия. А, некоторые люди, ну, всем знают, что ты как бы под ником сатанист. Ты можешь по поводу этого что-нибудь рассказать там? Да, это с детства меня родители учат верить в Бога, читать Библию обязательно каждый день, молиться. Не знаю, почему меня назвал этот именно сатанистом, почему вот просто из одного кольца. Я говорю, вид и душа, и вера – это две разные вещи. Это всего-навсего кольцо. Я одет для чего? Для того, чтобы быть более брутальным. Я не смотрел, что это вот череп или что-то такое. Просто смотрю железо. Железо – это мой друг. Я качаю с детства. А этот совершенно другой. Я с детства читаю Библию, верю в Бога, схожу в церковь, молюсь каждый день. Сатана – это мне просто с детства, даже бабушка говорит, на правой стороне у меня Бог, на левой – сатана. Слушайся Бога. Сатана – это отвергает тебя от жизни. Только грешишь и все. Это ты специально для нас подготовил или здесь? Это у меня было здесь уже очень давно. Прям как именно здесь, именно на этом столе. Вообще на все готов, ради хайпа. Он слова нет, обрезает и вставляет этот фрагмент. И все. Повторил, а мы то же самое сделаем. Слушай, а вот те каналы, где ты уже выступал, где ты дрался, они какие-то, они все миллионники, уже известные. Просто, например, я не частый такой как бы пользователь Ютуба, а то есть в каких-то организациях или блогеры, не блогеры, тебя кто-то звал, приглашал, или как это все происходило? Где это можно увидеть? Первый бой это был не на канале, а друг мой организатор федерации Top Fight. Просто сделал типа самый главный бой вечера, зрелищный. Второй там бой был с Тамаевым. Третий бой вот с Ковалином, кто мне поставил. Это уже пути. Когда ты как бы на хайпе был, да? Да, то это уже после когда хайпа. Был известный. Самый первый бой первый был не на хайпе, я был. А, без хайпа. Да. То есть. И после этого, когда я хайпанул у Амирана, понеслось очень много предложений насчет боев. После этого там уже 5 было, 4, 6 там боев хочешь. Тебя вот еще Амиран, да, звал на бои, именно на битву за хайпом? Он меня судит по тому, как я себя повел. Типа я попросил 200 тысяч, он на меня обиделся, наверное. До того момента, когда камеры были выключены, мы разговаривали. То есть я первый вопрос задал ему, то, что зачем это было, ну, как бы, вот, выпендриваться по 200 тысяч рублей. То есть он мне дал ответ, который вы можете потом будете посмотреть развернуто. То есть что человека просто подставили. То есть Амиран, это неправильно, так нельзя делать. У Амирана, я так понимаю, у него все сугубо по сценарию, да? То есть там нет такого, как они позиционируют, что они на лайве двигаются там, да? Ну да, всегда так. Амиран выкладывает сторис, там типа, взрывается мир, а сверху 4 фотки. Посередине моя, слева Корней Тарасов, справа Монгол, и там еще кто-то пулеметчик или кто, короче, разный бойцов. И я уже что-то задумался. Наверное, скоро ждем от него предложения, если он меня выложил у себя сторис. Не знаю. Здесь с тобой, если он тебе предложит? Думаю, да, потому а что. А если он... опять поставит? Извините. Если опять поставит.
Я думаю, что ты проговоришь в следующий раз просто, да, эти моменты все. Я думаю, да. У тебя в плане производства собственного контента есть какие-то мысли? Типа, как вот этот вот Тимати, он создал свой Blackstar, а я уже создал даже в Инстаграме, можете посмотреть, у меня в статусе написано. Набираю команду Wolfstar. То есть волчья стая. Black Star Burger есть новый Тимати. Black Star там мойка и все остальное. Так же самое мы будем двигаться, открывать свои бренды. Но это все зависит от финансов. Чем быстрее мы будем двигаться, популярность будет больше денег. Вот да, мне написал в Инстаграме диджей какой-то, говорит, я по всему миру топовый диджей в разных клубах. Можно к тебе вступить? Хорошо, давай, диджей у меня в команде нет, вступай, пригодишься, почему бы нет. И так вот разные люди спрашивают, в какие сферы ты развиваешься, если ты будешь полезен, нет, почему бы нет, будем вместе двигаться к цели. Какую роль играет менеджер в твоей карьере, медийной? Ну, у меня нету пока менеджера. Кто вам это сказал, наверное, это Артур, он мой просто друг. Вот это, он все договорился, ну типа он менеджер. В итоге он еще не менеджер, просто типа много предложений, ты не успеешь все сам договаривать, нужен помощник какой-нибудь. Ребята, вот знакомьтесь с моим отцом, зададим ему лично вопрос. Он меня знает с детства, это мой родной отец, кто меня вырастил. На 1 сентября старших дочек отвозил в школу, отводили. Ему было 5 лет. Учительница говорит, он уже знает считать, буквы все знает. Давайте мы его возьмем в первый класс. Нас все равно не хватает. Ты 5 лет пошел в первый класс? 5 лет пошел в первый класс. С самого детства мы его растили, любили, любим, и сейчас любим, я один, потому что остался без мамы, вот так. И в свое время, может он помнит это или нет, мы его посвящали для служения Богу, и он есть Божье дитя, а никакой не сатанист. Вы подарили ему Библию? Когда на это было? Да. Мы ему подарили Библию, он ее читал. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. Не убоишься ужасов в ночи. Стрелы, летящие днем. Все, что есть в этом мире, все от Бога. Все по воле Божьей. Люди не слушаются Бога, и Бог знает, как это сделать. Усмиряет людей, чтобы они задумались. А там же написано, что если мы верим, доверяем Богу, подле тебя падут тысячи. Десятки тысяч тебя не коснутся, потому что с тобой Бог, с нами Бог. Да, Сереж? Да, вот вам вопрос с коронавирусом решен. Вы первый, кто решили вопрос, вы можете кайпануть за счет этого. Вы первый, кто решили вопрос с коронавирусом. Он знает наизусть, он знает, кто такой сатанист, он знает, что за ним следует, он знает, что его так назвали и почему. А вы откуда с Украины? Закарпатье. Закарпатье, Закарпатская область. Родом оттуда, ну, может. Я тоже служил там с украинцем одним. Ну, половина такой тоже. У меня мама украинка, а папа русский. Вот он привозил сало там. И вот, да, вообще просто космос вообще. Отца нужно слушать с детства. Но тут вот ты говоришь, согласен. Лучше не иди на бой, не бейся. Это большой риск, я тебя понимаю, как отец. Сережа, занимаешься спортом? Пожалуйста, я тебе помогал в спорте, в штангах, во всем, в тренерах. Давай, расти. Почему-то пошло не так. Пошел на пощечину. Я говорил, не иди. Пошел, последствия увидел. Говорил, не иди на бой. Пошел, с плечом последствия увидел. Потому что благословение зависит не от боя. В первую очередь в сердце должно быть другое. Согласен. Риск согласен? Везде. Но если ты хочешь добиться вершины, должен идти на этот риск. Ну, если не дай бог, он станет инвалидом, например. Кому он будет нужен? Кто? Кто-то придет его навести? Все отвернутся вот так вот в сторону. И все. Все. Нету никого. Только родной папа. И сестры. Да, это ж... Вот какой дедушка. Это Сережа с дедой. Это Сережа вот. С дедой. Мама. Вот это Сережа? Да. Не знаю. У меня ладошки спотел. Да, аналогично. Конечно, вы такое не слышали никогда. Мы верим в Бога. У него видно, у него душа-то чистая. Он добрый человек. Он молодец. Аспекта противоречит. А это уже ваша заслуга тоже, как вы то воспитание, которое вы у него заложили, как раз таки. Прививали любовь к Богу. Не только к Богу, к обществу, ко всем людям. Должен относиться
написано по-человечески. Если тебя сюда ударили, подстав второй. Все, я тебе вот что надо было сделать. Все этого не понимаю. Надо тогда бой бессмысленно делать. Он тебя ударил в правую, ты что, встаешь, давай бей дальше, все. Так нет, какой бой? Очень... Но вы утверждаете, так как это снимается, то это уже не в рамках спортивного состязания, правильно я понимаю? Конечно. Какие это спортивные состязания? Просто детские глупости. Кто-то придумал. Шоу какое-то там, что-то денег заработать, хайпы какие-то. Просто это не входит в рамки вашего понимания. Сегодня очень эмоциональный день. У вас столько жизни пришлось вникнуть, проникнуться. Тоже она очень верующая, сочувствует. Все, ходит в церковь. Я очень доволен. Надо будет отойти к эмоциональному плане. Серега, дядька большой, смотри. Да, на фоне него, конечно. Никитос. Да, вот этот фигню подписался, блин. Точно.